Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, задание дня. Безумные правила. При уничтожении растения или зомби случайный противник получает одну единицу силы. Так что тут вам поможет стратегическая колода травяного кулака в яблочко. Да? Думаешь, поможет мне эта колода? Блин, да еще и против ржавого разряда. Ладно. Так, кактусы. Ну, в принципе, пока вроде бы неплохо. Здесь у тебя валуна нету? Валуна у него не оказалось. Уже приятно радует. Давай так попробуем. Ага. Поставил сюда, значит, зомбарик своего. Так, у нас есть гриб. У нас есть гриб. Я не знаю, кого он там, ребята. Кого он там. Опа. Даже так? Даже так ты сделал. Но у меня есть, слава богу, вот такая штучка. Хм. Блин, у него наверняка сейчас опять там будет этот охламон хмырь. Как бы тут лучше сделать? Наверное, все-таки вот так вот. Ауч. У него, ребята, профессор. Наверное, я оставлю пока это все. Так, ну и что же ты будешь? Ну, давай так попробуем. Сейчас начнет, конечно же, друзья, что-то вытворять. Во-первых, восстанавливает себе здоровье. Дальше уничтожает всех зомби. Но кактусу достанется. На. Получи. Так, а защита у меня сработает. Ай, хорошо. Просто замечательно. Да выпендрился, а? Ржавый разряд. Так, разыграйте 3 гриба. Так, атакуйте растения героев, носите 30 единиц урона растениям героям и разыграйте 2 растения на воде. То есть, получается, нам нужно разыграть гриб. Оу. Травяной кулачок. Значит, нанести урон героям-растениям, да, получается? Ну что, попробуем сыграть тогда за бесячество. Ну, у бесенка грибов нет. Ну, я думаю, что 20 единиц урона там мы сможем нанести. Ой-ой-ой-ой, ну против колпака, ну куда? Ну куда ты, ёк-макарёк, Рэй? Против колпака это бесполезно. Это бесполезно. Тем более, сам видишь, что они вытворяют. Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели у него гриб есть, а? Нет у него гриба. Ну да, как обычно, ребят, на этих будет играть. Угу. Угу. Это даже хорошо, ребят. Наносит 3 единицы урона. Да фиг с ним, пускай наносит. Ну как фиг с ним? Не фиг, конечно, но... Ну нанес, что сделаете. Этого убирать надо отсюда. Этого, ребята, надо убирать. И мы его уберем.
блин, нет, придется вот этого тогда убирать. Придется этого убирать. Заморозка, да? Заморозка. У него сработает защита. Стоит ли тратить? Вот что я думаю. Бум, он вызовет грипп, да ведь? Вызовет же грипп. Конечно, вызовет. Ладно, заморожу, ребят. Так, что он там вызовет-то сейчас? Прибавляет плюсик, да? Теперь сработает у меня защита. Угу. Погнали. Тун-тун-тун. Этого бомбанет? Ну, конечно. Кого еще, ребята, он может бомбануть? Поехали. Давай так вот сделаем. Рикошет случайного. Жить. Способность команды. Так, слушай, знаешь, что мне это напоминает? Что он сейчас будет вызывать, друзья мои, кукурузу. Угу. Именно кукурузу сейчас будет вызывать. А, виноград. Виноград? Ну, что ж, виноград так виноград, ребят. Виноград так виноград, виноградишка. Как сделать? Так и вот так. Ну давай посмотрим. Интересно. Ну, в принципе, и все. Нет, ребят, не все. У него, оказывается, рикошет был. 6,3, 9, да? Вот как ты думаешь, у него будет, если я сейчас его выставлю? Сейчас проверим. Если у него будет рикошет, то дело будет, ребята, дрянь. Посмотрим. Угу. 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 Ну и все, парень.
А он уже понял. Как только увидел его, сразу же обделался. Так, ну я не нанес 20 единиц урона, потому что он сдался. А, мне нужно было даже не 20, а 30 единиц урона нанести. Хорошо, тогда, ну давай продолжим. Давай продолжим бомбить растения. Может быть, успеем перейти на следующую. Ой-ой-ой-ой-ой, зубостизила. Если это та зубостизила, про которую я думаю, нам здесь ничего хорошего не сулит. Дай близняшек мне. Дай мне, говорю, близняшек. Так, зубостизила у нас 30 ранга. Ну, в принципе, нормально. Ай-яй-яй-яй-яй, дали мне надгробие, к сожалению. Но просто интересно знать, на чем эта зубостизила будет играть. У меня она ассоциируется с хилами, потому что я все время предпочитаю у нее играть за хилов. Тут же пока не знаю на чем. Сколько ждать-то можно? Эй, зубостизила, не спи. Вот не люблю, ребят, когда вот так вот до последнего тянут. Блин, вчера в хак играл. Сколько там? 6 часов, наверное, или больше даже. На геймпаде. Аж, ребят, на большом пальце мозоль натер. Попрыгунчик, стрекоза. Ну что здесь ставить? Я даже не знаю. Я пропущу, наверное, пока. Там либо пирата. У него же нету этих могилоедов. Нету. Так что мы можем с тобой либо пирата поставить, либо вот этого мелкого. Но этого мелкого он, скорее всего, может уничтожить. Скорее всего. Поэтому, наверное, я поставлю лучше пирата. Так, он выставляет бонус. Что, еще нет, прокачивать он его не смог. Ну, мы его можем, ребята, спокойненько спрятать. Но сначала сделаем вот так вот. Ну, выдал, конечно. Ну, ладно, вот это еще более-менее. Но вот это вот. Так, все с прочерками, что ли, берешь? Вот это глупо было. Вот это серьезно было глупо. Урон ты в любом случае получил. Ну, я не знаю, может быть, просто он захотел убрать его. Ковбойщик у нас есть. Давай так сделаем. Кого он сейчас поставит, мы его заморозим. Я чувствую, что у него огурец космический есть. Что у него за команда над ним? Ага, ага. Ага. На одних бунгчоек, да? Так, ну следующим идет, конечно же, у нас гробовщик, ребят. Идет гробовщик, и бунгчоя мы этого уничтожим. Так, прячемся, как говорится, по матрешкам. Райская птичка, ребята. Само собой, ее придется заморозить. Ой, как хорошо-то, ребята, все. Прям. Единственное, что у него может выпасть карта. Вот сейчас вот. Уничтожить зомби с наименьшим здоровьем. И это будет... А вот как он сделал. Ну что, райскую птичку мы уничтожим уже потом. И
если, конечно, уничтожим. Давай попробуем так. Этого будешь сдвигать. Но это бесполезно. Все равно, ребята, он получит по шиям. Блин, опять перфораторчик загремел, а? Смотри, что вытворяет. Смотри, смотри, смотри. Уже не знает, чё, за что тут браться. Угу. Ну, я понял вас прекрасно. Этот замораживается, этот уничтожается. Поехали. Ну, даже можем через ракету, если захотим. Но я не буду этого делать. Я не хочу через ракету. Сделаем вот так вот. Поехали. Ну, допустим. Наперсточник, да, у нас идет. Поставим вот так вот. Ну что, заморозка есть. Если что, заморозим кого-нибудь. Если кто-то будет здесь такой особо выпендривающий. Также мы можем его уничтожить через ракету. Если не особо жирный. Если слишком жирный, сможем через... Ну, тут заморозка, тут уже понятно. Сможем через отравление. Короче, парень решил сыграть на прочерках. Что я могу сказать? Ну и восстанавливает всем здоровье. Все, да, на этом? На этом, я так понимаю, ребята, все у него. Так, заморозочка пошла. Теперь вот так вот сделаем. И вот так вот, пожалуй. Угу, поехали. Раз. Так, в лицо восьмерочку, пожалуйста. Оп, а маленький, добивай его. Все. Малыш мой добил. Добил его. Добил зубостизилу, ладно. Так, выполнили мы, получили. А, мы еще и ранг взяли, 36-й. Есть. Так, теперь разыграйте два растения на воде. Разыграйте два растения на воде и грибы. Слушай, ну для этого подходит гриб, как ни странно. Для этого задания. У него как раз и на воде есть растение, да, и разыграть три гриба. Но, правда, ржавый разряд, это опасный тип. Это опасный тип только лишь потому, что, ребята, у него есть... Да-да-да, ты правильно понял. Флакончик. И если я сейчас... Ну, у него не только флакончик есть. У него еще есть, ребята, и валун. Об этом тоже не стоит забывать. Если я сейчас поставлю гриб... Я не знаю, кто там у него. Давай проверим. Мишень. Теперь я знаю, кто там у него. Ну, мы его уберем. Мы его уберем, ребята. Только не говори, что у тебя там еще один такой же хмыреныш. Короче, здесь сделаем так. Ага, вон у него кто. Он решил, друзья мои, делать доборы. Блин, неужели у тебя флакон есть, а? Ботан? Вот это плохо, ребята. Вот это, друзья мои, плохо. Yeah.
Такс. Еще одна ботанка, да? Еще одна ботанка. Еще одна ботанка. Еще одна ботанка. Что делаем так? Смотрим. Заклинание, конечно, у него тьма тьмущая. На каждого тут найдется, я так понимаю. Вот. Одно из них, ладно. Дальше. Уничтожает. Сейчас он здесь хорошо потратится, кстати. Все, что ли? Не буду я пока здесь ничего применять. Тари-да-дай, тари-да-дай. Ну давай дальше смотреть. Откуда ты взял вот этого-то болотного хмыря, блин? Вот это, конечно, ребята, да. Не знаю, ребят, посмотрим, кого сдуем. Только не медика. Угу. Так, не понравился, да, он ему? Размещает зомби-астронавта. На. Не, ребят, ну тут, конечно. Тут, конечно, блин, все паршиво. Прям очень паршиво, я тебе скажу. Там медик, да, ботан выползет, я так понимаю. А, нет, это доборщик. Ну, ржавый разряд на доборах, это, конечно, ребята, люто. У меня, представляешь, я не вижу, чтобы у меня выпал ландшафт, друзья. Ну, это уже вообще перебор, блин. Тебе так не кажется, а? У него сейчас хил может быть. Да все, что хочешь, там может быть, ребят. 5 к здоровью берет. Бери 5 к здоровью. Поехали. Прикрываемся здесь. Прикрываемся здесь. Энергии еще дофигища, блин. У него добор. Мне кажется, неужели этот чувак ему на доборах все это выдал? Бедные мои фасольки. Горошинки. Ни фруктовых миксов. Ничего, ребята, мне не выпадает. Как-то вот, если честно, ну прям вот несправедливо, ребят. Ну, видишь, у него еще есть восстановление здоровья. Ай-яй-яй-яй. У него только заклинашки остались. Если бы у него сейчас, например, был бы вирус. Ух, друзья, вот бы он еще утворяет.
Если бы у него был бы вирус. Ну что мне тут дадут сейчас? Да фигню мне сейчас тут дадут, ребят. Ну давай так сделаем, фиг с ним. О, о. Ты прикинь? Ты прикинь? Да, но у него-то... А, у него только энергия осталась. Уничтожает кукурузу. Так, зомби-астронавт размещает. Знаешь, что самое противное? Что мы ему сейчас просто в... Он уже просто не знает, что делать. Шугается. Шаманство. Ну все, короче. Дал ему тут разойтись. О, все, ребят, тут поплыли мы. Ну, кто вот сейчас мне выпадет? А! Серьезно? Слушай, он запарил. Ребят, он запарил своими хилами. Да какой-то... Вот, а вот и вирус. Он его, наверное, хотел еще в тот раз поставить. Вирус этот. Но не успел, кукуруза моя его бомбанула. Так, 3 и 4, 7. Ну все, мне тут крышка. Получается. Ну, 3 гриба я разыграл. Видишь, ландшафт мне не выпал. Его нету. Да что мне эти? Мне эти грибы погоды не сделают, ребят. Даже если бы я выстрелил бы этот с двумя грибами, ничего бы не поменялось абсолютно, ребят. Я без брони остался. Просто без брони. Понимаешь? Ну что, просто выпендриться? Ну давай просто выпендримся. Сделаем вот так вот и вот так. Понятное дело, что пробьет. Но мы гордо проиграем. Видишь, что у него было? Последняя заклинашка. То есть, мои вот эти вот ребята на луже бы, ну... Никак бы здесь не отстояли. Я имею в виду про фасоли. Но больше-то не это волнует и расстраивает. Больше расстраивает то, что ни одного ландшафта мне не дали. Хотя на этом колпаке, сейчас тебе покажу. Смотри внимательно. На этом колпаке 3 ландшафта, 2 сброса. Ты понимаешь, да? То есть я как бы тебе намекаю, что мне из этого всего выпало. 2 этих, 2 гриба, 1... 1 ягода. Вот эти 2 гриба, по-моему, если не ошибаюсь. Этот... Ну, то есть, по минималке, вообще по мини... Вот, и вот этих 2. То есть, и кукуруза. Все, этот не выпал, этот не выпал. Эти 2 не было. Клананас не выпал. Гриб вот этот еще выпал. Батарага тоже не выпал. Ну, то есть... Могильщик... Заморозка могил тоже не выпал. Хотя он нужен был, когда он вызывал этого дурачка, как его, который добор дает ему. То есть мы сыграли на минималках. Ну, что, ребята, что есть, то есть. Что тут уже, как говорится, после драки кулаками не машут. И опять же, ребята, рандом, он и в Африке рандом. Все. Так, мне, кстати, попросили забрать, принять друзья. Так что, ребятушки, будем, наверное, на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.